Всем привет, дорогие друзья! Сегодня по вашей просьбе я нарисую фараона. Но нарисую я его, конечно, не одного, а вместе с рэпером Tekashi69. Это, по-моему, логично, потому что недавно Фар заявил, что у них будет совместный трек. Будет ли фит с Tekashi69 и Ski Mask The Slum God? Должен быть. Должен быть? Должен быть. Wow! Может быть. That's great! Также я решил отойти от канона и нарисовать арт по своему собственному эскизу, который я написал, нарисовал карандашом ранее. Пожалуй, расскажу, что я думаю об этих исполнителях. Фара я слушаю с трека Skr-Skr, и мне он довольно нравится как исполнитель, потому что долго держит планку на своем уровне и делает годноту. Также мне нравится, что именно Фараон продвигает русский рэп на запад, общаясь с рэперами из других стран. Взять в пример того же Tekashi. Респект Глебу. Насчет 69-го не могу сказать, я его слушаю не так давно и треков знаю мало. Но могу сказать, что он довольно скандальный персонаж. Я слышал, что у него идет суд за убийство подростка. Ну, в общем, спорный чувак. А так, я очень жду их фит, надеюсь, будет бомба. И прямо сейчас, дорогой зритель, спустись в комменты и напиши, ждешь ли ты их трек. Я жду твой комментарий, ведь я лайкаю все комменты и отвечаю на них. Отойдя от темы, хочу сказать, что я немного расстроился, что трек с My Waves набрал мало просмотров. Но меня обрадовало то, что сам My Waves увидел мой рисунок и выложил себе в Insta Stories. Спасибо ему за это. И хочу сказать, чтобы вы, дорогие зрители, подписчики, проявляли больше активности. Ведь любому творчеству нужна оценка, а самое главное, положительная. Чтобы у автора была мотивация стараться дальше. Поэтому, дорогой зритель, подпишись на канал и поставь лайк. Тебе не сложно, а мне приятно. А сам арт вы можете оценить прямо сейчас, он получился довольно круто. А если тебе тоже зашел он или понравился, то заходи в мою группу ВК. Именно там я выкладываю свои арты в хорошем качестве. А на этом все, подписывайся на канал и на группу ВК. Ставь лайк, до скорой встречи.